Всем привет, ребят. Еще раз мы играем опять в ту же. Как она называется, а? Слушай. Ой, я плюху взял. Плюху. Анкерна. Да. Ну да, вот Анкерн, безвозвратную, в общем, игрушку. Итак, сейчас мы уже Полная жопа. втроем и попытаемся добраться до автомобиля, а потом, если получится, то доберемся до армии. О, я нашел опять арбалет. Да мне на них везет вообще, только. О. А, кого? А, ходишь просто по уровню и ищешь везде. Да, они развалены по всяким столам, по всем прочим. Так. Опа. Тут все развалено, как бы арбалет, что, кстати, самый прикольный, ты стреляешь, потом должен подобрать обратно этот Давайте я найду, мне болт. как-то одиноко. Да, я понял. Так, я прям вот Камп Самар, а ты, значит, Темно, страшно. ты Нордвик Фарм, да? Нет, я Комсомар, это как раз. У домика. Я, Домика? короче, дальше Да. всех. Костер, видишь, горящий? Нет, я вот прям у домика сверху. Домика сверху. Так, надо какой-то ориентир найти, чтобы мне тебя разыскать. Много домов, вот огонь, костер. Маяк, видишь? Нет, костер вижу. Я вижу Так. маяк. Ты видишь маяк, а я Он не просто вижу. ближе всех к месту с тачками. Я у костра рядом с маяком. Ну А, вот или костер, да, стой, я сейчас могу туда. вдвоем соберемся хотя бы. Костер рядом с маяком на горке, почему-то тут жара. О, я, наверное, типа. Сейчас маяк буду искать. Блин, вот мне бы, конечно, здесь очень не помешал бы. Маяк белый, кто видит? Я. О, я вижу, вижу. Маяк видишь? Вот ты с С ружьем ружьем, был, да, да, или или что-то? с арбалетом, да, о, отлично, ты пришел на мой костерок. А если Ты костер зайдет, а можно черный? загореть? Эй, ты, скорее всего, сейчас Или как раз об этом горишь. подумал. Слушай, а что такое? А, погасить можно, да? Все, Вадим нас не найдет. Ты где есть там, этот... Ты опять сейчас не критосом играть будешь? Ну, судя по руке, да. Я не понимаю, почему я негр. Короче, я в этом не Пойдем, уверен. мы Вначале. оружие найдем. Оружие тебе Да. найдем. Короче, Вадим, подходи к костру, который горит у маяка наверху, на Ты его пригорке. сам развел или он был? Не, он был, но его можно развести, в Пока принципе. пылающий пукан. Пылающий пукан. О, так, а у меня что из одежды есть? Одень ничего. Поднимай, короче, футбольцу. Ой, ты полностью оделся, а я нет, нифига. Так, здесь что это? Ничего нету. Вот это вот что, сырок, что ли? Слушай, я взял, что это? Не знаю, на тап нажимай там, смотри. Ой, у тебя и, блин, и жилетка, и все. О, нож. А вы что там без А меня? как Давай мне на эти меня повлиять? ублюдки. А? А как мне на меня повлиять? На тап. Тоже на этап. Только на тап и все. Опять эта Оружие нормально, розовая только что. свинья тут бегает. Ты далеко там? Жилеточек. Нет, рядышком. Ой, кусочек. Мы наверху, Отлично. у здания. Смотри, посветлее. Может, ты зря его разжег. Костер в правом доме. У домиков наверху, там, где над маяком горит костер. Если ты где-то рядом, то добирайся к нам. Сейчас я свои шмотки подберу и Мы приду. тут по Вон, дому слушай, шарим. бойца бери. Где? Вот она. Нормально, это у тебя она есть, у меня ее уже нету, потому что я ее, Нет. скорее всего, уже подобрал. Ну ладно. А я могу тебя книгой долбить. Да не надо. Ага, бей, Я ты ее живу? съел. Это, видимо, Обалдеть. печенька была. Книга, я думал, Тут книга. просто книга не сильно отличается от печеньки. Слушай, Тут ну одежда не чё? сильно отличается от печеньки. Слушай, надо вальнуть, короче, зомбарей и пойти вон в тот дом. Сейчас я. Убило. Ты что, взял нож? Я ловлю об эту О, точку, я и у меня жакет какая-то кровь жгла. нашел. Ты Джакира? Джакира, да. Нет, жакет, жилет. О, пила, Кость, тебе нужна пила? Да, давай. Иди О, опять сюда, розовая вот эту свинья, еду. слышишь? Вот, иди сюда в дом. Сейчас я его возьму. А, это еда? Да. А, я не мог Эта взять. сука убегает от меня. Тоже похоже на печеньку. Тут, короче, внутри в доме лежит пила. Слушай, а у меня в Тебе руке видно видно что-нибудь, что-нибудь? да? У Да. тебя нож Нож. в кармане. Да, я О, взял тут его. поросенок, слышь? Блин, я его двинул, он сбежал. Ты иди к нам, это, потом... Где пила? Она на диване лежит, вон в той комнате. Понимаю. Да. А я пока Хорошо. возьму тут вот, значит, Это не это... пила, это рюкзак какой. Вон, Нет, видишь? вот пила, пила. Эти ушлепки там убивают всех с ружей. Погоди, ты где? Ты где? Где? Я не знаю, как увидеть тебя. Я возле костра. Все, у меня есть пила. Возле костра, который у маяка? Да. Вот, сейчас придем. Внизу, у подножья? Да. Маяка. Или сверху, Нет. просто мы на горе. Где скалы? На горе. Мы на горе наверху. Так, а ты. Ты у Я подножия нигер с горы. клюшкой. Ты у подножия горы или как?
Я уже наверху, возле какой-то постройки. Ой, тут зомбари, да? Да, там зомбари, там их целая куча. Погоди, секундочку. А что делать, какие есть? Так, а ты подходил к маяку вообще? Ну, подходил, чтобы забрать свои шмотки, и ушел оттуда. А, ты забрать свои шмотки смог? Ё-моё, крутой. Так, а асфальтовая дорога далеко от тебя? Нет, рядом со мной. А берег есть? А, это случайно не ты там стоишь? Нет, это... Я не стою, я бегаю как шальной. Может, спустишь? Я знаешь, где? Давай. Вон там есть спуск на пригорке, на горке. Мы на скалах. Наверху прям, да. Стоим. Тут костер горит наверху, но ты его, наверное, не увидишь. Сейчас погоди, попробуем. Вот домик какой-то еще. Мы, наверное, ты просто в разных странах. Туда? Стой. Тут давай лагерь. Мой. Да, лагерь, да, вот, все я верно. В лагерь захожу, где куча всяких. Блин, я спустился уже. Ты как спустился? Давай поднимайся. О, нормально, нормально. Куда ты спустился? Блин, все, вот все, то, все, что все, карты все, нету, это, конечно, сильно осложняет. Слушай, у тебя там что за оружие? Клюха. Сейчас, погоди, давай, я первый выстрел сделаю, мы его немножко... А, давай, я вижу Вадима, я вижу Вадима, все, вон он идет, гасит уже. Вон, или это не ты? Я ты, его уже убил. Ты. Не гроид такой. Сейчас, погоди, я тебе немножко помогу. Руби, спасибо. Так, о, а тут что-то с него упало, что ли, нет? Нет. Погоди, а заряд? Стрела. А где стрела? Я подобрал. Ой, а можешь мне ее отдать? Да. Короче, тап и дроп. Так, все, идут на тебя, я пока отвлеку. О, ружьишко. Отдай стрелу-то. Ты стрелу отдай, я без стрелы, я без стрелы никто абсолютно. Правой кнопкой на нее и дроп нажми. В инвентаре дроп. А у меня патронов нету для тебя? А это что такое? Нет, это джуз, это сок. Правая кнопка и дроп. Нет, дроп. Ну правая кнопка нажим. Не это понял. А, нормально, валяется. У меня половина теперь жизней. Так, ладно, попробуем вот так вот сделать. Вы что делаете, ребят? У меня 6 жизней всего лишь осталось. Все, у меня хана. Ребят, секундочку, у меня все. Давай его замочу. Да мы опять будем добираться полдня, вы че, чуваки? Все, тихо, ребят, успокойтесь. Я теперь не знаю, как подхиляться. У меня нет ничего такого, что можно было бы... Нет, это все пожрать, это не подхилиться. Ладно, ребят, короче, берегите меня, потому что у меня один... Да, мне уже одну отдали, в лобешник. А, это Вадим отдал, значит. Да просто найдем шмотки какие-нибудь, я сейчас отхиляюсь. Слушай, а почему все серым стало? У вас тоже, да? Нет. А, понятно, потому что я при смерти. Ладно. Наш, это, дрожат руки, короче, вообще прям весь дрожащий. Ну, и чё? Давай, как своих бить, так сразу, как зомби, так в сторонке стоять. Да я просто боюсь Костю ударить. Не бойся его ударить. Ну, хочешь я выстрелю из арбалета? Хочу его. Так, ладно, попробую. Блин, меня трясет, как будто я на провод электрический стал. Так, развернись-ка, чтобы он ко мне был. Да блин, ну как будто с вами целуется. О, отлично, загасили. О, ткань, давай я из нее попробую бинты сделать. Крафт. Так. Я не понял, я скрафтил или нет? А, понятно. Лови сок. Сок возьми, Паш. А сок не лечит? Лечит. Только он потом разве? Почему-то как-то странно лечит. Потому что я же хилялся ему, когда меня возле маяка чуть не измочили. Так, ладно, попробую. Нет, я уже выпил сок. Эх, нет, он только жажду восстановил. Так, а здесь я что могу сделать? Только дропнуть ее, да? А, это металл. Так, а что я должен скрафтить? Я должен скрафтить хилку. Нет, это металл. Блин, я почему-то не могу скрафтить эту... Он мне все ружье. Так мы же тебе его дали. Слушайте, у меня весь мир серым кажется, ребятки. Мне надо как-то отхиляться. А как прицелиться? На правую кнопку прицелиться, на левую стрелять. Угу. Ой, ребятки, берегите. Я очень не хочу скончаться. Давай. Кого? Вот, давай вот этого. Давай. Давай, на три. Стреляй.
Так, пойду подберу свой патрон. Убегай, давай, вали отсюда. Не стреляйте, не стреляйте. Вот теперь стреляй. Подожди. Слушай, у меня сейчас загасит. Ладно, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Убегай от него. Фу-фу-фу, сейчас стрелу главное подобрать. А почему нож? А, это мой нож. О, нож с крестиком. Может, им можно полечиться? Можно ликануть кого-нибудь. Может, съесть нож, и я вылечусь? Так, надо перезарядить. Ребят, у меня тряска и все в серых тонах. Так, Где? Куда вернуться? Вот на столе. На столе пачка. А что она дает? Нет, мне нужно взять что-нибудь. Слушайте, мне уже померить хочется. И дойти, потому что в серых тонах и с тряской из рук как-то все неприкольно смотрится. Ох ты! Игорь, долбанный. Там подберите, там ленточки какие-то прикольные. Нет, погоди, добирайся к нам. Ой, слушай. Все, брахло, давай. Там ленточки были прикольные. Мародерствовать давай. Ну ладно, мы сейчас тебя найдем и тебе обратно отдадим. Ага. Мы тебе обратно стрелы и пули отдадим, да? А, ты промазал. Больше не промажешь. Сейчас, ах ты, блин. Слушайте, я хочу тоже убиться. Может, я со скалы спрыгну? Свисает, нажми. Да? Ага, и нас сейчас опять разбросает по всей карте. А нас так и так разбрасывает. Блин, что-то она писать начала. У меня трясучка какая-то. Слушай, да, действительно, толпой гораздо дружнее мы играем. А самое главное, продуктивнее. Хоть кого-то убиваем, да? Так, ладно. Слушай, я бегу сразу в деревню, у вас в жопу. А еще такое, у вас какая-то палка была, ребят. Хоккейная клюха. Я просто могу ваши жизни, ой, ваши предметы вам принести. Вашу жизнь. Вашу жизнь спасти, да, так. Да ты не соберешь все предметы какие-то были. Я кроме хоккейной клюхи все взял. Вы скажите, где вы находитесь? Я мочу тут зомбака какого-то. А, здорово, это очень объясняет твое положение. Я в жопе, я так понятнее? Нет, это я в жопе. С 6% жизнями пытаюсь тут разобраться с зомбарями и подбираю свои стрелы и всякое. У меня есть водичка с сахаром. А тебе можно? Да. В этой игре. О, я сейчас маяку подберусь. Отлично, я сейчас попытаюсь к нему спуститься и не умереть. Да блин, как же меня трясет. Ай, я промазал. Я вижу нигер. Это не факт, что это Вадим. Да? Да. Ай, господи, ты боже. Нигер, ты дыры бережешь или? А как он так быстро бегает? Есть. Ну, значит, это точно не я, потому что я возле маяка. Он возле маяка, да, он то это понял. Берегись нигеров. О, твою мать! Тут целая толпа этих ублюдков. Блин, ну вот хоть чем-нибудь полечиться, ребят. Все в серых тонах, как будто в черно-белую игру какую-то играю. Оба-на, а зачем я поел клея и в этом принято? Нормально. Да? Ну ты заклеил все раны внутренние. Тут утонуть можно? Утонуть можно, да. Потому что тут есть акваланг. Так, я вот ни на кого бы не нарваться, ребят. У меня полный инвентарь наших шмоток. Иди к нигеру. Ага, я знаю его шуточки. У меня все трясет нафиг. Может так не будет трясти? Нет, все равно трясет. Да ему крышу нужен давно. Пойдем замочим его на зомбака. Я сейчас тоже сдохну. О, так я же ваши вещи могу скрафтить на бинты. Все отлично. Бенталюб. Ты не подумал. Так, где крафт? Так, значит, здесь нужно... Здесь... Крафт триг. Это не мы. У меня... А, я сзади уйду, он меня не видит. А, как три видит. Ну, поздравляю. А, как стреляет. Хренов, нигеры. Похоже, что нигеры. А, блин, спину. Че, убил? Я не знаю, сколько у него патронов. Много, скорее всего. Это был последний, Кость. Я ныряю. Это был последний. Все, можешь убить. Это я. А, это он. Сейчас я найду еще.
Ты понял, Паш, теперь кого тут надо бояться? Да понял, конечно. Так, ладно, ребятки, я пока займусь чем-то продуктивным. Короче, понятно, до базы военной мы не пойдем. Нет, я уже иду. Я понял, понял. На самом деле, если бы я сразу понял, что это Костя, то я бы не стал стрелять. Ребят, это недосмачно. Да, да, понял. Так, кто из вас бежит от зомби? Какого зомби? Никто не бежит от зомби, да? Понял. Значит, я его сейчас аккуратненько обойду и попытаюсь подстрелить тогда. А ты есть. У меня, правда, 26 жизней. Я в том же военном лагере. И тут чувак убежал... Я вижу белого. От зомби. Да, белый. Все верно, да, это он. Дерево, да, бежит? Да, да. Давай его. А ты где есть? Я на пинок смотрю. А я за ним бегу сзади. Mm-hmm. От базы. Можешь меня найти там. Сейчас слушай. Я вижу тебя, да. Да. Сейчас я его преследую, если получится, я его зафигачу. Ты с пистолетом каким? Нет, с арбалетом. Mm-hmm. Правда, у меня 20 жизней всего. Где он? Вон, вон бежит, вижу, да. Блин, нет, отсюда, наверное, не попаду нифига. Я могу кулаками уработать. Ну, ага. Не знаю. Ну да, урабатывай. Или нет. Нет, а он без всего, он голышом бежит. И он куда-то очень так это... Нажми шифт такой. Да? Да. О, точняк. Иди сюда. Это знаете, как у холмов есть глаза? Вот точно так же. Энергия, правда, уходит, но я сейчас из него ничего не буду взять. У холмов нет трусов еще есть. Да. Слушайте, он вообще, он летит, я не знаю, как-то он так быстро... А там ты тоже можешь некоторое время так побегать. Я так и сделал, да. Чувак, ты далеко? У меня прицел пропал. Ну-ка, постой, остановись. А вот я почему от тех ублюдков не мог убежать. Так, слушай, я промазал. Потому что они нитро врубили. Нет, вроде не промазал. Чувак, блин, смотался. Куда ходил? Хрен с ним, пойдем искать мне оружие. А это кто сзади? Ты? Я. Ага, сейчас, подожди, я просто стрелы хотел найти. Блин, я две стрелы промазал. И они все растворились в воздухе. Просто не в воде? Да, вполне возможно. Я боюсь, он их успел поднять. Охренеть, тут народ летает. Или они у него в жопе висят. Обалдеть. Только что какой-то фермер вонючий отсюда чесанул. С третьей космической скоростью. Слушай, давай его замесим. Давай. У меня один снаряд еще остался. Но он, наверное, вряд ли. А, вот стоит. Или идет, не пойму. Нет. А, стоит. Сейчас. Сейчас, ускорение. О, я нашел свой артефакт. Да, сейчас будет нападение века. Иди сюда, засранец. У него это подлагивает и. Ты на месте стоишь? Нет, я иду. Я ему выстрелил, но. Так, поднимай быстрее! Так, отлично. Ярко. Он в. Подожди, ты на месте у меня. Он под воду нырнул. Я отсоединился. Не знаю. Да, я отсоединился. Ты? А, понял. Что нет, ну я ж тебя слышу. А, ну да, course has left the game. Ты можешь скайп. А, точняк. А блин, почему он отсоединился? Он скрылся, засранец. А Костя почему вышел? Что такое? А, от меня не скроешься, я его нашел. Сейчас охота продолжается. Знаешь, что я вырублю скайп? Так, чувак, ты далеко не уплывешь. Бегу я намного быстрее, чем ты. Ай, нет энергии на прыжок. Ну стой. Сейчас один точный выстрел, и я теряю арбалет. Нет, нафиг, ладно. Вот ты засранец. Ладно, через мост сейчас обежим. Я, если что, я рядом с мостом преследую подозреваемого. Подозреваемого в ношении ценных предметов, которые нужны мне. Моих ценных предметов. Так, он пешком идет. Отлично. Ах ты засранец беленький. Не убежишь. Так. Безопасный режим включил. Слышал? Он так драпает от меня. Забавно. Так, иди сюда, маленький. Тут ребёныш. Какая-то целая куча шляп валяется. Так. Нет, я издалека не буду, потому что я точно провалю сейчас все. Целая куча шляп. Вот так, подходим на расстояние выстрела. Промазал! Ах ты, засранец. Так, надо только стрелу подобрать обязательно. С кем вы там? Я чувака какого-то преследую. Смотри, а то может получиться так, что ты будешь за ним полчаса гоняться, потом он тебе его хандокает.
Может быть, потому что у меня мало жизни. Так, он нырнул. Он нырнул, нырнул, я его не вижу. А, все, вижу. Но я не попаду, наверное, по нему. Ладно, фиг с ним, придется отпустить. Хотя какой нафиг? Че, я сдаюсь, что ли, так легко? Ой, блин, я пока спускался и набрал себе повреждений. Он мне расскажет, что за такой засранец преследует, не отставая. Так, куда ты побежал? Куда ты побежал-то? А, убегает, убегает. Там зомби. Отлично. Сейчас хоть зомби его ушатают. Мы же не сдаемся. Иди сюда. Маленький говнючок. Слушай, за ним три зомби бегут. Не, я должен его ушатать. Просто это уже цель игры. Блин, тут дома, конечно, столько предметов. Да, чуваки, давайте водить хороводы. Он мотает отсюда, драпает. Yes! Цель выполнена. Главное стрелу поднять. И только бы за мной зомби не побежали. Черный ястреб убит Пашкой. Да? А, точно, точно, точно. Фух. Не, реально, это прям как в фильме в этом. В фильме ужасов. Че, у Кости, что случилось? Что он зайти не может? Не знаю, какой-то разрыв у него там. С кем-то. Сустава? Так, нет, это мне опасно стрелять сейчас чувака этого. Я в городе, короче, тут очень много домов, и я думаю, нам в первую очередь надо было сюда идти. А я иду в автосервис. Короче, я в Чхавеск. Чхавеск. Так, ладно. Я все-таки убил этого орла горного. Что, в принципе, не было особо сложно. О, клюха. Подобрал. Клей. Подобрал. Морковь подобрал. Так, зомби, зомби, зомби. Ни закинь. Хрена тут народа. Ты тоже в городе? А, ну, это зомби. Я на автостоянке. Тут зомби дохренище. Тут зомби у меня возвращающиеся, короче. О, не слышишь? Нет, пока. Принять. Принять надо, наверное, да, это, группу? Или как-то там еще? Принять. Я в городе. Догнал этого орла. Город называется Чхавеск. Рядом с Москвой. Москва, вот куда ты убежал? Да, я далеко убежал, и я, примите мой звонок. К сожалению. А, Вадим, прими звонок, если у тебя есть такая возможность. Так он у нас в разговоре. Да? А я почему-то его не слышу. Он никуда и не уходил. Я не слышу ничего. Я тоже его не слышу. О, сейчас слышно? Да, я вот сейчас слышу его. Так, сейчас закрафтим только искать? Бинты. А, Москву, это далеко. Так, отлично. Нет, я не Москву, Чхавеск какой-то. Называется. Давай встретимся посередине, вон этот остров, знаешь, такой посередине. Видишь, сейчас, внизу. Секундочку, крафт, риг. Мне нужно отличиться аптечками. Видишь, остров с дорогой. Перебинтоваться. Слушай, вообще, блин, остров здоровый. Да. Сейчас посмотрим. Так. Что такое остров здоровый? Или весь остров? Да, вижу. Вот давай на него. Блин, тут в городе просто очень много предметов. Вам лучше в этот Джихавеск дойти. Кроссер. Ой, это интересно уже. Недалеко бежать. А, ну, вы можете через мост. Блин, вот не дай бог они меня сагрятся. Вот этот мне кроссер, мне это нравится. Это что такое, я не знаю, но мне надо туда срочно. Так, пока они меня не палят. Чуваки, это супермаркет, что ли? О, бутыля. Пойду, возьму. Так. Не, в городе тут очень много всего. Я тут уже и бинтов себе надел. Уже до 30 жизней восстановил после. Я пытаюсь. Во, наконец-то, блин. О, что упало, что упало? Что это? Что-то я не знаю, что это. О! А это на прилавках стоят. Что? Как переводится карджек? Connect call, да. Это взломщик машин, короче, угонщик. Ах ты ж. А, нет, у меня есть стрела все еще. Я думал, стрелы закончились. Нет, это этот. Карджек, это что? Это да, нет, это который, как он называется? Поднимать машины. Домкрат? Да. А, точно, точно, да. Так, я почти добрался.
А зачем их там гратить-то? Или это не для машин? Это для машин, но, видимо, как-то их можно делать. Слушай, я тут что, бабло, что ли? Пикап. Тунец, что такое? Тунец, а, понял. Скорее всего, это тунец. Попадание в голову тут тоже рассчитывается как хедшот, видимо, да? Mm-hmm. Приколюха. Так. Ох ты, ё-моё, сколько зомбарей-то. Мне тут... Ого. Что это, что это? О, веревка. Веревка, да? Веревка, точно. А это что такое? Еще веревка. Так, все, я тут. В городе? Да, замолили. У меня есть много веревки, только что я не знаю, что я могу с ними скрафтить. Я в одном из домов, короче, который... Блин, сейчас выйду, короче. Клей. Слушай, а клей можно съесть и вылечиться, да? Наверное. Ну да, он там мало прибавляет. Я бы не сказал, что я вылечился, все вокруг позеленело. А, ну может он токсичный какой-нибудь. Похоже на то. О, прошло. Нафиг. Я шляпу нашел. Больше не буду пить клей. Нафиг его. А это что такое? Томато. Томата. Давай томат съем. О, томат. Ну не, он меня голод утолил. А, вот томат немножко здоровье пополняет. Это круто. А вот какая-то кола. Нет. Чуть по чуть, по-моему, регенерирует, но совсем понемножку. Так, ладно, я выбираюсь из дома. А я не там выбрался. Ладно, тут коробки раскрыты. Тяпка. Тяпка это тоже неплохо. Я пытаюсь тебя... такую кучу всякого говна нарыл. Где тебя найти? Я в городе. Я уже в городе. Который называется... О, кувалда. Шхавеск. Я тоже в нем. Так, я вижу мост, я вижу магазин, я вижу стол, я вижу... Что здесь какой-то парень? А, это зомбарь. Тут много зомбарей, я даже среди них вот хожу, тут пытаюсь... Я знаю, где я. Здесь у меня три дома. Ты видишь магазин а, вот, вот, с названием Crosshair? Видишь такой магазин? Нет, нет, ты не видишь. Я вот полицейский участок. Полицейский участок. Да, так, а вон там что-то какое-то бегает тело. Тяпкой? Не знаю, но я вижу, что-то двигалось. А, а да, да, ты. Вот им, я вот а он. Ты, ты в шляпе зеленым. Да, в шляпе, я... Прикиди. Да, я шляпе вот такой. На столе прыгаю. Где ты есть? Вот он, на столе хожу. Где? Да вот а, он, о, вот он я. Чапку. Ой. О, бежит, бежит. Кто? Где? Сзади? Сзади, сзади. Сейчас, вот тяпкай. Давай, тяпай его. Да, сейчас сюда. Я его сам тяпну. Все хорош. А то о, жизни нету. Так, а где стрела? Погоди, где стрела попала в него? Мне надо срочно поднять, вот она. Потому что она у меня единственная. И неповторимая. Давай еще одного забрать. Меня все-таки тормози. Да? Угу. Бедово. Давай я зомбаря убью. О, нет, ну, давай полицейского. Полицейского? Потому да. Что у него... О, у него может быть пестик. Где? Где? Все, я его убил. Да, у меня дубинка. Нужна? Ах ты ж, господи. Ах ты ж, боже, что ли. Где? Куда? А что я буду делать-то? Сейчас я пристрелю. Давай, я бегу вокруг и... магазина. Я буду бегать вокруг магазина. А, слушай, я могу сейчас выстрелить вообще от разочек. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Сейчас я догоню. Ай. Ну, нету больше стрел. Ладно. Сейчас я догоню, беги, беги. Я бегаю просто по кругу. Сейчас, я подожди, не навстречу. Беги, беги, беги. Так, я рубанул его разочек. Беги, беги, давай. Давай, отстреливай говнюков. Ай, не туда. Подожди, не стреляй. Давай. У меня нет тут патрон. Ну придется как-то так. Ладно. Я нужно... тяпка его. Давай в окно. Погоди, погоди. Окно они в окно умеют бегать. Да ладно. А, где я выстрелил стрелу? Сейчас посмотрим. Я одного отлёт. Веревка. Стрела, 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 стрела. Ай, блин, не поднял, не поднял. Все. А, ладно, я его буду сейчас рубать. А, сколько их тут, ё-моё. Господи, что ж творится-то в этой игре, а? Есть. Нового замочил. Второго тоже. Нет, за мной еще один бегает, засранец. Сейчас могу. Есть, поймал. Стрелу поймал. Так, перезаряжай. Куда, в задницу? Нет, пока. Все? Или он еще же бегает? Нет. Сейчас, погоди. Есть. Получай, засранец. Так, у него грабли.
Да блин, не могу поднять. А что мне делать? У меня много всяких штук. А, не знаю. Мы, по-моему, тут перевалили полгорода, пока бегали. У полицейского ничего нету. Так. Собственно говоря, мы сюда шли, в полицейский участок. Тут есть дубинка полицейская. У меня в ковре есть. Полицейская дубинка, есть комп. Комп не юзабельный. Пикап, лоу калибер, цивилиан. Какой-то бокс. Что это за низкокалибер? Патрона. Да? Где дай мне патрон? Вот они здесь, в полицейском участке. Так, а я клюшку возьму, потому что она с большей дальности бьет. Давай тебе пушку отдам. Пушку? Давай. А ты чем будешь? У меня есть пушка. А что там еще пушка, что ли? Две уже? Рядом? Я вот рядом с тобой стою, да. У тебя тяпка такая. А это что такое у нас? Дубинка? Да. Всё, бери. Ага, а патрон-то нету? У меня места еще нет, кстати. А патрон-то нету? О, тебе нужен арбалет? Давай. Только у меня нету на него патрон. А как мне его забирать? На F. О, вот здесь он есть. Как его забирать? Не знаю. О, это что такое? Как ты забрал эту кружку? Я на F. Так. Выкинул, что ли? А, во как. Все, так, понял. Все, я оделся. Мне только теперь шляпу найти, и все будет вообще зашибись. Ты, Вадим, в город идешь? О, я пьяный. Клей опять нанюхался? Я клей, я одновременно жидкости какой-то радиационный выпил. Короче, мне, походу, жопендрак сейчас придет. Так, ладно, я должен найти еще заряды для арбалета. Пойду обследую. Ой, там коттеджи вообще, слушай. Ну, этот город прям богат на все. А как перезарядить? Р. Так, здесь мы были. Нет, не бежали. Да что у тебя нет патронов? Так. А, понятно, нельзя, да? Понятно, тоже нельзя. Так, пушечка прикольная. Так, ладно. А что за патроны? Не знаю, я нашел. Кстати, да, у меня же нет патронов для пушки. Хотя, может быть, есть. Сейчас попробуем. Ну-ка. Не убегай далеко. Да я попробую сейчас пушки выстрелить. Ладно, пацаны, походу я сейчас сдох. Ой. Ой-ой-ой, походу не ты один. Стреляй. Как? В кого? Сзади вон бью. А, ты там. Ты там остался? Подожди, а кто это? Не знаю. Я. Слышишь, кто? Я. Ну, погоди, стой, они загрелись. Я просто из пушки выстрелил. Нет, мы уходим. Да, у меня закончились патроны сразу же. Магазин может. Давай внутрь. А я не знаю, как в него зайти, с какой стороны. А я могу выйти без образа? Не знаю, попробуй. Вот сейчас сюда. Давай сюда. Я присяду, давай. О, я весь трясусь. Нет. Мы, видимо, друг друга не это... Как это? Нет столкновений. Давай через забор. Что-то у тебя не очень получается. Ты куда там убежал-то, Вадим? Давай. Оп, оп. Мочи его, мочи, я сейчас справлюсь. Есть. А, у меня. Так, у меня есть. Все, короче, пацаны, найдите мое тело, похороните меня. А ты где? Далеко тебе до города под названием Жавеск. Он на желтой дорожке под Москвой находится. Здесь куча жратвы, Паш. Жратвы? У меня не было. А, я был в этом магазине. Так. Очень много жратвы. Давай вон в тот коттедж. Мне не жратва, мне нужны вещи. Давай в коттедж проберемся. Вот здесь вот есть. А, вот он снизу, короче. Ой, это за тобой зеленый зомби бежит? Жапецк. Нет, а вот теперь за тобой. Беги за мной, вот вниз, это, короче, лево. Сейчас, я вот рядом с магазином с этим, только вот рядом со входом. А чё его, можешь? Сейчас, могу. Вбок беги. Ох, ты второй. Нет, не могу. Ладно, пойду искать стрелу, которую еще только что. Паша, у тебя нет свернутого ютуба? Нет. Сейчас нету. А, ёлки-палки, преследует меня. Один отделился от тебя и преследует меня. Тяпка его, матч? Да. Есть, одного я завалил. Убил. А, я тоже. Слушай, с одной стрелой, конечно, и особо тут не проживешь. Ничего, я с тяпкой. Ты хотел посмотреть, идет ли у тебя или нет? Да. А думаешь, что нет? Есть шанс. Может быть.
Пойдем вот в тот коттедж, там по-любому куча ништяков, это какой-то там зажиточный. Рубаха есть. О, рубаха это хорошо. Ну ладно, потом возьмем. Будет стиральная машинка. Нахрена мне ваша ветчина, что я буду с ней делать? О, тут чувак с биноклем, видать, за нами наблюдал, палил. Его дело. Так, ладно, через окно пойду, потому что там близко слишком будет к ним. Что, в холодильнике? Пусто. Дом в крови спать. Это я немножко подпачкал. Так, пусто, пусто, пусто. Стиральная машинка. Кто-то уже обшарил, да? Да, я. Да, а что ты здесь? Ой, наверху. Я залез. Слушай, я могу залезть в машинку? О, что-то есть, что-то слушай, есть. Давай я залезу в машинку сейчас. Я как-то попал в эту. О, отлично. Присяду, а ты закрой машинку. Давай. А я могу. Иди, иди, иди. Оп. Видно, нет? Видно. Черт. А, застрял. Все равно застрял. Я. Все. Хана мне. А, зачем я это сделал? Давай я открою. Я не могу двинуться. Может, тебя тяпкой? Не надо меня тяпкой. Нет, не надо. Я застрял в стиральной машине. Фиговый конец. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Ой, я еще глубже провалился. Закрывай. Что, давай закрой. Видно. Видно? Да. Отстой. Давай, закрой еще раз. Вадим, кажется, ты успеешь. Мы пока мы вытаскиваем меня из стиральной машины. Я не могу, он не прыгает, он завис в воздухе и застрял в стиральной машине. Проблема еще в том, что я-то сейчас копыта откину. Нет? Ладно, сейчас, погоди. Давай, позволяй, а то я тебя пристрелю. Подожди, подожди, сейчас все сделаем. У тебя нет патрон? Подкинуть тебя? Ты хотел стрелой? Слушай, ну как меня так проклинило, а? Почему я в стиральной машине застрял? Это худшее, что я мог придумать. Я могу тебе дать стрелу. Добей меня, пожалуйста. Я могу. Нет, нет. Я хочу, чтобы ты... Вот, вот тебе стрела. Стреляла меня полностью, да? У тебя есть арбалет. Возьми стрелу и добей меня. Хорошо. Хорошо. У меня энергия сразу уходит. Подожди, я арбалет не взял. Да? Нет, это не проблема. Подожди, знаешь что? На песню сначала. Думаешь, мне так будет легче? Да. А я могу сам застрелиться? Да. Давай, ладно. Все, я уже выпил достаточно. Еще давай. Сожрал, давай, кола еще. Давай, клея. Давай, что клея выглядит, тоже. Да? О, понесло. Красиво такая. Хорошая кончина в стиральной машине. Куча. Это что-то совсем другой стиль. Да, ну да ладно. Да я тоже. Ой, вот такая вот конец истории.